Итак, новая охота. Опять первый день, первый загон. Я в загоне по собственному желанию. Оп! Надеюсь, сегодня будет не так сложно. Оп! Но завалы уже начинаются, по-видимому. В загоне не стреляем. Номера сегодня стреляют лосей, кобыков в смысле, и одиночных коров. Коров с телятами пропускаем. Да, не сказать, что лес как парк, идти приходится по бурелому. Оп! Коль, ты слева от себя слышишь голоса или нет? О, господи, жопа! Я пришел. Оп! Эк. Оп! Да. Да. Не так уж, чтобы легко. Не парк. Первый загон прошел без происшествий, никто никого не видел, в таком же ключе и второй загон прогнали, а вот в третьем уже начались действия поинтересней. Выйди сюда, Виктор, выходи. Нормально у него, цель. По одному. Давай, стой здесь. Вот гоним. Вижу, да. Вот они сюда зайдут, вот это гоним, твое, вот это вот. Классное место. Спасибо. Пожалуйста. Как хобот увидишь, ты убит. Третий загон первого дня. Сегодня, значит, участвуют в охоте 14 человек. Получается 5, по-моему, в загон. И 10, то есть нет, не 10, а 9 номеров. Сегодня немного народу. А то некоторые любят там, а такой толпой, да на лося. Ну а как иначе, если ездить каждый выходной? И куда столько мяса, если брать лося в одно лицо каждый выходной? А когда на команду, тогда нормально, привозишь по чуть-чуть, да и все. И тем более не каждый же выезд заканчивается добычей, бывает и пустые. Поэтому загонные охоты, вот такие коллективные, 14-19 человек, это не считается много, если гоняем сами. Плюс к тому же лось раскладывается по деньгам на команду и выходит не так накладно, если чем брать одного лося на двух там или на одного человека. Это чисто заготовка. А вот именно коллективная охота вот такая, это хобби, это отдых, это встреча с друзьями. Так, лоси идут. Лоси идут. К сожалению, по мне, ко мне. Кто передо мной стоит, номер лося на тебя выходит. В этот момент я отчетливо видел мелькание двух взрослых лосей. Коровы или быки, из-за веток было не понять. Есть выстрел. Есть выстрел. Есть выстрел.
быстро. Кто отстрелялся, доложите, как обстановка там? Вон я видел, перебежал кто-то один через стрелковую линию. Сергей, это ты стрелял или нет? Результат-то есть какой? Но к тебе же два лося подходило. Один точно перебежал через стрелковую линию, за тобой я видел. Между первым и вторым номером. Я видел, как перебежал лось. В первый момент инстинктивно вскинулся, но понимая, что стрелять не буду, попытался включить вторую камеру. Видимо, это был прошлогодний теленок позднего отела, подросток, который вроде уже и не ходит за мамкой, но держится относительно недалеко. А выгнали его минут через 7 после первых лосей. Куда пошел? Вот строго ты выгнал сейчас. А? Теленка, ты сейчас выгнал, вот тут на меня вышел, вот здесь вот. Он в тот номер стрелял, в соседний. Тяжело было? А? Тяжело идти? Вообще. Ну и что ты расскажешь? Ну что я расскажу? Он из завала голову высунул, я его вижу. А в голову куда я стрелять? В глаз ему буду. Он начал двигаться, он в прогале, в этом я в него стрелял. Стреляли мимо, пока не видать. Ну я видел, как он выходил, он там вот так шел. Да. Вот, и он вот там вот за кустами постоял и вот так вот пошел прямо. А потом я видел, он перемахнул вот между вами там. Ну я туда не мог стрелять, там парень стоит. Не, понятно, но я просто видел, что он перебежал резво. Я даже не видел, как он перебежал. Уж лучше в дереве пуля, чем кровь или стрижка. Где он шел? Весь шел? Ну ты точно не помнишь, что? Выходил вот отсюда, да? Он вот так шел, вот так, под диагональ он шел. Я его, то есть с того номера, я его видел, и он шел вот так. Мне казалось, что вот здесь это идет. Ну след вот есть. Вот кровь. Вот кровь. Так, так. Лёшку с кровью нашел, товарищ. Где кровь? Вот. Ага. Попал. Слав, есть попадание. Уже там Лёшку с кровью нашли. Дальше? Он споткнулся, пошел. Вот, смотри, да нет, тут вот, видать, вон нормальная кровь такая. Вот. Вот кровь. Да хорошая кровь, смотри. О, здесь как его выплюнул, наверное. Я боюсь что-нибудь говорить. Сереж, потом давай. Сижу на стульчике, куру и думаю про себя. Вот сейчас лес выйдет, так вот голову высунет из-за дерева, и я ему в глаз. Я ж тебе сказал. Какое-то время проходит, он так и делает. Только расстояние глаза не видно. Ну, ты куда стрелял? Ну что, я по нему и стрелял. Как ты учил по корпусу? Ну, по корпусу? Да. А далеко было? Близко было. Метров 30-40, наверное. Да ближе было. 20, наверное. Ну, сейчас посмотрим. И два в угон стрелял. Ну, в угон, ладно. Давай, сидим, полчаса чай пьем. Там хорошие такие есть, когда он кровью. Рассказывай, как было. Как было.
Иду в загоне. Первым номером, фактически, ну, как сказать, с левого края загона. Уперся в очень большой завал. Выше меня, ну, на две головы. Вот. Пока стал его обходить, слушал соседей, услышал, что за завалом впереди меня кто-то бьется, вот как бы, как будто лось встает на ноги. Когда завал обошел, увидел, что была лёжка, была кровь, собственно, два больших пятна. Поставил отметку на навигаторе. Но не ты его поднял, он сам поднялся? Нет, он меня, видимо, услышал и сам поднялся. А как ты его услышал? Ну я ж кричал. А что ты кричал? В загоне-то я ж кричал. Ты когда кричал, уже остальные загонщики вышли. Почему ты еще был в загоне? Потому что я там через такие завалы лез, что я на камеру это не могу описать. Значит, добираем этого бодранка. Основная линия стрелков становится вот по этому лесу вдоль. Там все номера становятся. Я стою здесь. Лось прошел буквально вот из вот этого леса, вот на эту поляну, ну где-то вот там. Ему по следу идет Антон, вот здесь. Либо он повернет туда, либо он лег здесь где-то, либо, возможно, пойдет сюда, в мою сторону. Вот посмотрим, как все сейчас ситуация будет развиваться. Передо мной вот такая вот чепыжник какой-то, редколесье. То есть здесь, грубо говоря, открытая площадка. Сейчас ситуация такая, что ребята прошли по следу, не дошли до него. Меня послали теперь в другое место, иду по навигатору к реке. Буду там ждать. А они решают пока сейчас, как расставляться дальше, что дальше делать. А я иду напрямую через лес. Реке. Вот такая в лесу штучка. И вот такой лабаз. Кто же его там построил на такой высоте? Лестница. Ну как туда залезть, вообще не представляю. Вот ребята дострелили только что вот там. И оказывается, я-то иду по крови, вот она, кровь троплю. А он уже там у них. Оп! Вот кровь еще, вот она. Ох! Здесь он как-то перелез, получается. Вот его след. В итоге, обессилев, лось лег под деревом. Попадание задело печень. Но добрать его пришлось выстрелом по месту. А первый выстрел был произведен из ружья 12-го калибра. В сумме он прошел не более 1,5 километра, по-моему. Не по всем охотам удается снять интересное видео. На многих выездах получается сделать только фотографии, на базе которых пишутся отчеты. Если кому-то будет интересно почитать отчеты по охоте и рыбалке, на которых побывали участники нашего коллектива, то их можно найти в Дзен-канале по ссылке, которую вы видите сейчас в верхнем углу экрана. Заходите, подписывайтесь и читайте самые интересные материалы.